Всем привет, дорогие друзья, с вами LG, и это уже 7-я или 8-я часть, я не помню, 7-я часть, по-моему, да? Planet Base, делаем мы нашу базу, уже продолжаем делать. Я решил сделать серии такими же оставить, вот я думал, оставить их такими же или нет. Ух-ух. Вот это успех, вот насколько мне повезло, что он упал не так близко, как... Немного дальше, и все, и абзац моему заводику был бы сразу. Вот. Обнаружилась, короче говоря, нехватка кое-чего. Необходимо нам построить такую вещь. Сейчас вот нам прилетел еще корабль торговый, еще один. Вот, у него мы можем купить лекарство немножко. А мне, собственно, нечего ему продать, да? Ну, иди нахуй отсюда, ты мне не нужен. Так, мне нам нужно построить, значит... биопластиковые вот такие вот ингредиенты далее, чтобы работал. Вот так, продолжаем мы дальше. Вот здесь у нас запчасти, еще расскажу, что сделал я, наконец построил эту фабрику. Вот поставил тут два мастерских, две мастерские запчастей. Вот теперь он создает нужное количество запчастей для ремонта электростанций наших солнечных. Вот. И вполне жить можно. Теперь, так, тут какие-то есть обсерватории. Интересно, зачем нужна обсерватория? Мне очень интересно. Зачем же нужна обсерватория? Так, давайте мы построим контрольный центр. Уже давно его следовало построить, вот, но все что-то как-то я не удосуживался никак сделать это. Построим, вот, но не приоритетно. Вот. Хочу сказать, что приоритетна еда. И тут еда приоритетна. Все, логично, отлично. Логично, отлично. В аккумуляторе осталось мало энергии. Ну ничего, сейчас вот утро начинается. И в принципе... все в порядке. Так, руды слишком мало производится, дорогие друзья. Нам необходимо сейчас будет построить еще одну шахту. Вот, уже которую, я не знаю, уже большую, наверное, которую шахту. Сделаем мы сейчас шахту. Контрольный центр я не знаю пока, давайте мы его, может быть, нет, не будем его трогать. Так, контрольный центр, сейчас мы сделаем еще одну шахту, чтобы побыстрее. Вот, и нам нужны колонисты еще, потому что очень мало рабочих работают вот здесь вот. Вот здесь вообще никто не работает. Почему-то. А вот он бежит, да? Да, вот все, теперь оно будет работать. Вот он начинает таскать вещи вместо того, чтобы работать почему-то. Вот. Так, пищевые склады почти пусты. Я понимаю, да. Почти, да, не почти. Собственно, чего хотел я еще сказать. Так, ну, электричества у нас, благо, еще много. Вот тут еще два металла надо, и будет у нас еще третий аккумулятор, который, ну, вообще охуенно будет работать. И просто дофига энергии сжирать. Так, металл. Нам требуется металл. Срочно. Больше металла. Управляется рабочим. То есть это уже рабочими управляется. Дело в том, что у меня рабочие работают вот здесь, и они не могут одновременно все это успевать. Поэтому вот у них такие проблемы конкретные. Они работают вот здесь вот. Ну что с ними делать, не знаю. Короче говоря, они работают вот здесь вот. Вот. И работают вот здесь вот. И они просто не успевают ничего построить. Именно поэтому я все ожидаю, когда к нам прилетит наконец еще один корабль с колонистами. Решение на выход. Давно забыл. Так вот сделать, да, нам пока что не нужно, медикам 5%, то есть по сути он нам не особо-то нужен, но пусть будет. Так, давайте отключим. Костя. Пускай пока что все прилетают, так, осталось мало энергии, построили его, отлично, так, еще нам надо, так, прилетел торговый корабль, еще один, я надеюсь, ты привез к нам запчасти.
ультрагидропонная ферма. Вот это вообще жестокая жесть. Так, давайте скупим у него руду. Все, какая у него есть. Потому что нам нужен металл. Металл нужен для вот этого вот, для вот этого вот, для вот этого вот. Для всего нужен металл, короче говоря. Раз, три, пять, шесть. Шесть металла нам надо еще. Сейчас он улетит, и мы ему отгрузим, собственно, то, что ему необходимо. Вот. Здесь тут еще ничего на меня не упало, нет. Так, уже 4 шахты у нас. Отлично, так, все. Вот он оставил нам руды. Сейчас мы эту руду заберем. Переработаем. Так, у нас мало лекарств, дорогие друзья. Больных пока что нет, слава богу, но все-таки это плохо. Так, потом в будущем, когда будет у меня много ресурсов, я уже буду покупать патенты. Вот. Долина у нас, как видите, еще большая. Вот, хоть сюда строим. Вот сюда я вообще не знаю, как мне перебраться. А, наверное, как-то вот так вот. Там вот. Да, вокруг горы. Так, ну ничего страшного, в принципе. Так, все аккумуляторы заряжены на фулку. Все, металл сюда потихонечку перетаскиваю. Жить-то будем. Так, наверное, им еще негде спать, поэтому придется немножечко начать тратить энергию жестоко. Вот. Так, здесь происходит, запчасти делаются. Уже и контрольный центр быстрее бы уже сделали, потому что с помощью него можно будет контролировать все. Так, надо нажать Alt-T и глядеть за нашими ресурсами. Что тут у нас? Свободно 9, металл 4. Свободно 1. И построили у нас торговый контрольный центр. Так, что тут у нас такое? Консоль охраны. Так, я надеюсь, что этого пока что не будет. А, короче говоря, временно. Ну ладно, пусть работает. Так. Консоль охраны. Да хера, биопластика просто у нас. Вот. А металла нет ни черта. Поэтому я вот... Давайте сделаем сейчас так. Сделаем, чтобы нам прилетали. Вот так вот сделаем. Вот. И минус медик, и минус это все. Вот. Шанс, что 50% рабочих придет. Потому что нам нужны рабочие, мать вашу, их. Рот и бать, мамку. Потому что в 4... штуки уже можно будет более мощно работать. Так, это мне показалось, да? 4 аккумулятора, 3 пока что, 3, точнее, больших. Они, в принципе, отлично обеспечивают нас энергией. Вот так, здесь вот уже конец карты, вот тут вот. В принципе, вправо-влево у нас очень много места, дорогие друзья. Вот. Очень много. Вот поэтому я думаю, все будет хорошо. Так, все. Ну все, сейчас построят нам еще одну шахту. Потом прилетит рабочий и уже... Уже все будет хорошо. Так. Опа. Что это у нас такое? Наступила полевая буря? Нарушил все планы, да? Я вижу. Корабли так не прилетели еще нам новые. Вот, пока не знаю, что делать. Давайте, что ли, блин, они нам... Вот я не знаю, мы ночь вообще переживем теперь или нет. Потому что у нас очень мало таких получится. Так, биопластика. Хуй в жопу кушай. Очень много биопластика у нас.
металла, вот нет ничего. Так, ну что, давайте уже быстрее, и сейчас мы будем что-нибудь делать. Так, это у нас что, заретик? Ферма. Так, надо бы нам построить еще одну вот эту вот сделать. Слава богу, мы перешли на автопроизводство запчастей. Вот у нас теперь есть запчасти. Прекрасно все. Кому надо, тут подойдет, заберет. Так. Это, слава богу, вот у нас есть резервы. Но, блин, надо будет сделать потом источник еще резервного питания. Так вот, хренатень, забабахать. Так, еще я знаю, что им надо сделать. Им очень далеко все это таскать, поэтому мы сейчас сделаем вот здесь еще один шлюз, вот такой вот, через который им намного удобнее будет перетаскивать ресурсы. Такие как руду там и прочую фигню. Так, работает у нас 4 фермы. Вот, и очень далеко таскать, очевидно, потому что они ходят вот через такими вот окольными путями. Вот сейчас мы, как только мы построим вот эту хренотень, сразу им начнется, у них все хорошо будет. Вот, и они смогут, наконец-то, все построить как следует. Так, что тут у нас дальше еще? Я ебал. Это где? Ну, слава богу, это не рядом. Аккумуляторы успели зарядиться, руды вот куча валяется, нету рабочих, корабли, потому что не прилетают, давно уже не прилетали к нам. Ну прекрасно, охрененно просто. Блин, да что, да что везет-то нам, а? Так, ну что, воздушный шлюз готов, в принципе. Теперь вам, теперь намного удобнее ходить, вы можете ходить здесь. Вам не придется делать такие огромные... расстояние ходить. Так, закончились лекарства. Да, я понял, хорошо. Счет лекарств. Что насчет лекарств у нас? Так, с едой у нас все в порядке. Теперь надо лекарства. Да, понял. Делаем еще одну гидропонную ферму. Больше таких размеров уже. Значительно. Из 5 металла. Так, солар панельки заработали у нас. Поставим мы еще одну солар панельку. Большую-большую поставим. Я хочу много энергии. Вот, хотя, в принципе, они эти способны запитать, но все-таки давайте сделаем, и чтобы уже не беспокоиться никогда. Так, далее. Продолжаем мы наши изыскания проводить. Сейчас должна еще построиться большая гидропонная ферма. И должна построиться еще солнечная панель. Должна построиться аккумулятор еще один. И, в принципе, тогда у нас будет уже зашибись, как много энергии, и, в принципе, все будет хорошо. На большой гидропонной ферме я буду выращивать не только помидоры, тут будут травка расти, вот эта вот лечебная, и будем делать лекарства. В принципе, они делаются, но только вот там вот на одном маленьком кусочке. Вот, в принципе, ну что, я нажму паузу, как только так сразу. Хотя, в принципе, уже и нету смысла. 14 минут видео. Короче говоря, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был LG. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте, ставьте лайки. Не забудьте, ставьте, подписывайтесь на канал. Короче, там туда-сюда. И не забудьте подписаться на канал. Ну, вы поняли, ну, вам же не трудно. Ну, пожалуйста. Все, всем спасибо, всем пока. До новых встреч.